Нормально? Нормально. Тогда расскажи Евгению про рыбалки. Ты снимаешь уже? Я снимаю, да. Женя, привет. Рад, что ты меня услышишь и увидишь. Мы сейчас находимся в Петергофе, недалеко от твоего дома, на Ольгином пруду. Ты здесь наверняка ловил раньше рыбу, карасей, линей, окуней, плотву. Вот. Но, к сожалению, в этом году, вынужден тебя огорчить, рыбы здесь нету. Она вся теперь за железной дорогой, где луговой парк, в тех прудах. А здесь была такая суровая зима, что все рыбы задохнулись. Вот. Был лед до дна промерз, все промерзло, и вся рыба пошла против течения за железную дорогу. Но она не дошла, половина как бы уперлась в камни, и бедная задохнулась. И весной, когда я как-то гулял, я смотрю, все дно в рыбе, в щуках, больших окунях, плотве и карасях. Вот. Ну, так что приезжай, пойдем за железную дорогу, там все нормально, рыбы много, и щуки есть, и окуни, и караси. А в том месте, где ты бываешь, где между Санкт-Петербургом и Москвой, ну, там? В Селигере всегда рыба. Там же огромная система озер, сотни километров. И глубины по 25 метров. Там моря не бывает, там всегда есть рыба. А ты там с утра до вечера ловишься? Ну, не всегда. Бывает, фотографирую, рисую иногда. Угу. Ну, если получится, я буду рад всех там видеть в гостях. У меня очень много людей там в гости приезжают, а я постоянно. А что фотографируешься? Пейзажи в основном, там как бы самое главное пейзажи, все остальное можно и здесь снять. Красивые очень места, рельеф, местности, пространство своеобразное. Это место, оно ледникового происхождения, оно чем-то похоже на северные рельефы, но более масштабно, может быть, все-таки это более южная часть России. Но это надо смотреть, рассказывать можно сколько угодно, а впечатление от визуального образа, оно будет все равно сильнее. Понятно. А как ты нашел это место? Нашел. Я в детстве там был неоднократно, ездил с родителями туда. И оно мне так понравилось, что потом я там купил просто дом. А дом большой? Ну, деревянный дом достаточно большой. В начале 90-х. Тогда еще цены были очень небольшие. В общем-то, mm-hmm. это можно было сделать за совсем небольшие деньги. Ну, а там обстановка? Туристическая. Как деревянная палатка. Понятно. Значит, все с собой привезти надо, собой. Да? Спальные мешки, все с собой. Окей. Только рыбу не надо с собой. Только рыбу, да. Рыбу и... Вода. И воды. Воды. Воды не надо везти. Ну, отлично. Ну, а что я могу сказать? Как только сможем, так сразу появимся по твоему приглашению. Буду ждать. Спасибо. Приезжайте. Ну, ладно, Жень, все, привет. До встречи, надеюсь. Спасибо.